Какое впечатление от сессии? Ну что, сразу остренько началось. Все накинулись на бедного Никиту. Так вот. Но все равно понятно, что все находятся в некотором таком замешательстве. Видно, что все ответов ни у кого нет. А как правильно сказал Нандар Хананашвили, никто не умеет ставить вопросы. Вопросы поставить не умеем, а ответов, в общем, ни у кого на самом деле нет на эти вопросы, которые мы ставим. Ну так, все очень грустно. И что, утешать, как призывали, утешать друг друга? Ну, там же очень много противоречий у экспертов, у самих, потому что вот даже Авдотья говорит, вот не надо о политике, а сама говорит, в школе регулируется прокуратура, но это же политика. Поэтому без решения политических вопросов мы не сможем подойти к решению гражданских, это все понимают. Но просто есть некая такая, как это называется, такая хитринка. Все думают, ну, будем заниматься гражданскими инициативами, обойдясь без политики, это невозможно. Это уже все понимают. Нужно решать политические вопросы, и они помогут решить гражданские.